kiritish uchun mashinamizni jamoamizning asoschisi Mahmud Muradovga beramiz. Qarshilik bo'lsin. Пришел на конференцию, на взвешивание. Тоже спасибо. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Мы будем рады вам объяснить, ответить на ваши вопросы. Вот бойцам можете задавать вопросы. Для этого мы и сделали эту конференцию. Спасибо. Алло, чу, жанрымызге дейкалар үшін рахмат. Құралымызды, маңшы жүкар дәрежеді бөлеткен премьерімізге, жан хакимына жүкар дәрежеді жан көрсетарымызға мүттіңіз. Все сделать для этого. Вот. Также Бабур, молодой папа. Да. Вот. У нас есть ребята, которые мы кормим, и мы завтра все сделаем, да, чтобы они кормили. Потому что Бабур это у вас общий соперник. Изучали ли его ты бои и как ты его оценишь, его возможности? Бабур достойный боец. То есть он непростой. Я тоже не подарок. Я еще тот, та коряга, которую можно предъявить. Я удивлял не раз. У меня было куча боев на коротком, которые, ну, после которых, они все нужны были. То есть я мне 25 лет, много боев, и я сюда не просто так приехал. То есть я хорошо готовился, у меня был лагерь. Сергей Гачук здесь, мой тренер, который приехал со мной, меня уважает. Я умру взял. У тебя тогда был бой, да, меня отменили, у меня был полный лагерь, то есть у меня хорошая была форма, меня отменили три боя к ряду, то есть за ряду причин. То есть соперник там травмировался, просто на турнир отменяли. И тут подвернулся бой, такая возможность, и я сказал да, пока. Спасибо. Спасибо за ответ. Есть такие планы, мы не хотим просто раздавать какие-то пояса, чтобы раздавать их направо и налево. У нас уже ведутся переговоры хорошие. Фирма, которая выпускает пояса, во-первых, они очень качественные, во-вторых, они очень дорогие. А в-третьих, нужно заслужить, мы только начали. Я думаю, после 10-го турнира у нас есть планы, чтобы показать наш пояс, и вы сами поймете, что он достойный этого, чтобы мы его пытались. Всему свое время мы дадим это шанс. Сам, у нас нет такого, свой, не свой, у нас все одинаковые, я сам поездил, не знаю, какого это тяжело. И в том конце, после 10-го турнира у нас есть планы. Уже организовывать бои, но еще раз говорю, мы не будем раздавать пояса направо-налево, его кто-то служит, кто-то будет рассказать. И без разницы, это с Узбекистана, с России, с Европы, без разницы. Ко всем одинаково будем относиться. Шури Великобро Джайнфлэ, Пучи, Олдора Кубокер Спочи, Кавар Учу Джайнфлэ, Мега Гяпор, Мега Озер, Ептушет Рахан Шохасанбор, Хан Бобрбор, Хан Korona, aynı şu bir kez oldu. Babamla diyor ki yani şu mazur oldu. Hani tam nasıl oldu yani şu bulamam. Şu bir arkadaşım oldu. Şu an sen bana babamla cani bulamam. Sporcu olsun bir tane arkadaşım. Ya hiç şu an. Yani zaten bu bir просто Uzbek Uzbek'e не хотят брать. Я это понимаю. Я бы тоже не хотел, но это спорт и чемпион Азии всегда. Их не бывает двое. Если они захотят, я устрою это бой. Это вот к ним вопрос, что они ответят, так и сделают. Баба, давай дышу. Алло, но ракет на опасный карап, мы там ябы на это. Нас сойдет там, где тайна Алава Базонзей. Нас это было, а что хозяин был? Дайн с Патдеем, Инсон с Патдеем. Ван, ждем, узим я в Марида, шарап тут надо, мы в Кусанчире тут подавал, но за будет спорт, как я, что на кабинчик, что на кадр,
бір-бірімізге нысбатан мұнасабатымыз жоқ, ақпарат өзі-өзі-өзі жайын қашып қалқанайды, лекен спорт үшін бір-бірімізге белдәшіп, әртігін қашқарысы бос бөлішке қайырамыз қанды ойын. Үшін маңызы бұл пікірім үшін қосан өздарайын мақылайды. Насып қыса, Аллах елген болса, бір-бірімізге нысбатан қанады өліміз қойып қалса, бәлкен жайын қашыңыз мүмкін. Пақат күні қамар үшін. Шоқызан? Надеюсь, что мы будем билеты пошлем в спорт. Мы харакет кламыз. Келет номаган енді анамыздардың жағдайына қосылдым. Шешкен, мы будем оман келген осы, шо жетті бір спорт. Ана бүгін құрады. Профессионал лигасының төртінші басшы төртіміз, арнайымен табыреклемай. Хоп, мен сауалым, өзіміздің зиомамызында еткенді, Рамазан беттеме өлке, бірінші нөмірді кішкенегіне ұлтымасым бар, әгер хоп десәләріз, Рамазан әкер, баштыңыз ешіп бәйсәйіз, ұлтымас. Рахмат әкер, рахмат. Яна Рамазан Аганы жаңыр көршіміз мүмкін. Нечәнсіне қам нүттірді білді. Масалан, жаң кәрдіна асасан жасыр әкесіз түсшіз мүмкін, дауыр мүмкін? Бұшанда, яна, қачан көршіміз мүмкін? Сауалы жұрақтар. Дохоласы бізі әнтекер 5-інші жаңыге Рамазан Аганы жаңыр көршіміз мүмкін. Бахабадиев үйтке Қазақстан спортшылары Қазақстан 21-ші май күні Қоғаң шақырды Рамазан Бекенов жаңа келді. Бұл Италияда өз бастады. Қазақстан алып қазанған жаңа мейтан. Первый очередь мы рады приветствовать таких уважаемых гостей, как вы, с России, со всего мира вообще. Мы эту лигу развиваем. Я брат Махмуда. Хочу просто задать вопрос, какие планы за тобой и как ты вот хочешь измотать его в парк или я знаю, что ты стойки берешься, я знаю, за Бугуром тоже слежу. Просто мне интересно, ты хочешь по очкам выиграть, нокаутировать, измотать его, вот просто вот, интересно мне стало. Сейчас про бонусы спросим, надо дальше не думать. Я тебе еще добавлю, если что сделаешь. Отлично. Все, понял. Номер, возьми номер. Номер? Номер. И на самом деле, это же бой нельзя загадывать. И нокаут тоже не загадывать. Лучше сразу замутировать, и ничего не получится. Ты потом сам там устанешь. Это бой. Я не буду ничего загадывать, а буду по пробке слов, да. Наверное, только уважение. Будет понял. Это спорт, ничего личного, и я буду, хочу все сделать на победу. А как там будет, ну, я побороться могу, подраться могу. Для решения судей дойдет, раньше не будет. Там как судьи решат. Но получится, да, срочно получится. Но все-таки на что расчет будет? Просто интересно. Расчет? Всегда буду стараться досрочно выигрывать. Ну, услышал я. Спасибо. Какой был вопрос? Второй вопрос. На главный как, почему бойцы не из Навои? Узбек, казах, киргиз, Россия, нам без разницы, кто откуда. Мы лига. По всей клубе сам будем ездить и организовывать мир. У нас нет свой, не свой, чужой. А конкретный на этот вопрос ответил вот. Кто создает вот нашу лигу, бои, кто с кем будет драться, маркетингом, матчмейтинг точнее, кто занимается, кто Спортшының өзі емес, рақи көрді емес
Чтобы мир узнал о нас.
стоит в Узбекистане, за какие бойцы. Вот из-за этого мы создали эту организацию. Всем большое спасибо, что пришел. Оставайтесь на местах, сейчас подойдем фейс-ту-фейс. Завтра вы можете здесь перед выходом купить билеты. Завтра также с 11 часов будут кассы работать в арене, где пройдет турнир. Так что завтра ждем. Кто приходит на турнир, приходите в 5 часов, пожалуйста, пораньше, чтобы не было суеты. В 6 часов ровно начинается турнир.